Хотя уже забанил. Кинокомпания New Line. О, нихуя, Юська, у тебя голос изменился. Ты там это попей, что ли? Да, я захрипло, бля. Пиздец, блядь, там. Ебать, мне две недели просили его посмотреть этот видос. Бля, у меня такой тильт, у меня комп, короче, не запускается, мне надо Windows на себе. Да-да-да, похуй. Это бандит нужна. Мне б твои проблемы, да, блядь. Да ну нахуй! Стоп. Полиция Украины. Максимум, что ты сделаешь, это ты сплюнешь мне нахуй, чтобы я потом вставил, блядь. Дмитрий Ликс, пожиратель пёс, блядь. Блин, как же красиво, да? Такая атмосферка прям. У тебя говном изо рта пахнет, чел. Спасибо за честность. Уходишь. Правда, ты чё, сука? Пошёл нахуй, носатый. Сегодня, ребята, будет, конечно, жестко вечером. Дмитрий Ликс, конечно, не приедет. Но я его могу понять. А кто проголодался и хочет шоколадку, пикник полный улет. О, Дмитрий Александрович, замечательно. Да. Ебать, ты чмо старое. Какие табаки для колена любишь? Мне главное в табаке для колена, чтобы он не был крепким. Крепость троечка примерно, троечка. О, блин, все, четко, зашибись. Хорошо. Люблю вас. Спасибо, правда, что нашли время, что зашли. Для меня это было важно. А спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы самые лучшие. Спасибо. Нихуя, блядь. Дал-дал ушел, получается. Ну, может быть, не ушел. Сейчас посмотрим. Гениально. Руки наверх, сука! Не страсы. Завязывай с этой хуйней. Да будет так. Покажи, я не верю даже. Я вам клянусь. Договорились, братик? И жмем руки тогда, окей? Я приеду в Питер когда-нибудь, и мы с тобой куда-нибудь сходим. Надеюсь, никого не расстроил. Судьба сведет нас. Странная херня. Что это такое? Твич. Алексей, вы тут? Алексей? Не знаю, когда бан. Алексей? Да. Я по время спросил, мне ничего не ответили. Школяр! Хорошо? Такая вот маленькая штучка может брать ответственность за то, что в вашей жизни у вас там что-то не получается, например. Или то, что вы что-то не сделали, что могло бы принести вам успех. Понимаете, вот эта вот маленькая штучка. Твич просто ебет. Они доктора дисреспекта перманентом забанили, понимаешь? Я ни слова не понимаю! То есть назад уже пути нет. Аккуратней, брат. Пройдешь этот путь, четко все получится, блин, уж красавчиком. Ну не пройдешь, сдуешься, ну. Бля, чел, зачем ты мне это сказал? Нет! Здесь кто-то есть. Это что, блядь? На, малыш, тебе по шапке. Давай, иди сюда. Сидит там, слушает, подслушивает. Кто мувнул меня, блядь? Мы сегодня идем на дело, предлагаю тебе залетать. Это имбалансная тема будет. Меня нужно уважительно звать. Кто мувнул? Да, чат, пожалуйста, можете, я вас хочу вас попросить, можете на канале, вот этом, который вы подписались, можете нажать ебаный колокольчик, ебало в жопу. Потому что вам будет приходить, что я запустил шел. А если не нажмете, то не будет. Да? Ну, короче. Подсунули, блядь, подлянку в виде кольца. Ты готов слиться сразу, блядь? Ты чё, сука, тут встал, нахуй? Ебало, завали там злой, нахуй. Бежим! Такая агрессия на нас. Кабулон ставит под нож. Зачем, нахуй? А что за морда? Нужна помощь? Нет.
помогать не будут. Это в офис Твича, как я понимаю, не так просто попасть, поэтому какой смысл? Цель — захватить территорию. Просто разъебать все вообще. Нет, братан, не пойдет. В смысле нет? Ты нехуй, блядь! Я тебя в задницу засуну и вибрацию включу. По привычке, что ли? Хуяк! Сука, не вали, не вали, не вали, тварь, блядь! Мы отплываем, мои дорогие. Блядь! Блядь! Слишком легко, мать вашу, блядь! Мысли нахуй! Это чё за карлик, блядь? Осуждаю, блядь! Простите, не баньте, пожалуйста. Вы вообще ОМОНовцы видите, что он там? Он просто стоит в углу такой, блядь. Это бустер будет? Кто это нахуй? Здесь его называют странник. Такое уебанское слово, это пиздец. Их преследуют, блядь, ебаный снич, вас преследуют. Wake up, нахуй, ебаный. Чё ты пиздишь тут, нахуй? Куда прёшь? Воу, блядь! Что это за хуйня? Ой. Что это значит? Ебать, ты что, вообще сдурел, нахуй? С этой хуйней давай завязывай, блядь. Что я, блядь, сделал? Блядь, сидит, что хочет, позволяй тебе, нахуй. Ебанешься, блядь, не одобряй, нахуй. Такую хуйню, что за пиздец? Петух один на один, блядь. Ребят, наконец-то я здесь с вами, блядь. Это что за хуйня? Блядь, Твич, пожалуйста, пожалуйста. Как они узнали, блядь? Я ничего не сделал вообще! Бля, ну забанит, знаешь, судьба такая, ребят, поделаешь. Миско, картошечка, овощи! Все это смачно с сальцом, с хлебцом, с чесночком. Захуярил! Блядь, да это охуенно! Идиоты, блядь! Сейчас скажи, будет стычка какая-то? И что теперь делать? Так. Очково нахуй. Бля. Давайте в кучку, в кучку, в кучку, блядь. Я надеюсь, нас сейчас не отпиздят, фу. Хуярик! Держался как мог. Где этот славутыч этот, блин? Нахуй душите! Сука! Иди пысь, блядь! Бля. А знаете, что можно было, кстати, сделать? Можно было, кстати, сделать, чтобы на второй канал, на стримерский, залить видос не со мной, что я говорил, а просто на черном фоне, чтобы буквы были, и кто-то прочитал, там, типа, Exile, например, типа, или Booster, типа, или Злой, просто прочитали эти бля, буквы. Бля, почему не я? Или ты, например, потому блядь. Ну ладно. Вот, и типа, и каждый стример, например, мог посмотреть такой ролик. Ну чё, суки, ёбаный? Пошёл нахуй! Fire Resistance! Райан нулю, блядь! Да почему так больно? Кстати, можно было бы, чтобы каждый прочитал какую-то часть. Типа, вот это было пиздато. Идём быстрее. Бля, давайте так и сделаем, это же охуенно будет. Это же охуенно будет. Напишем текст сейчас. Типа, напишем текст небольшой. Чёрный фон. И, типа, просто будут появляться буквы, и кто-то, типа, будет из фриков читать, типа, этот. Бля, это пиздатый. Каждый сможет это посмотреть потом в конце, как это будет выглядеть. На стриме даже. Либо он болен чем-то, блядь. Либо он, ну, реально дурак, блядь. Дай бог ему здоровья, блядь. Что-то мне требуется. О! Без меня, в Россию, пожалуйста. Я думал, мы хоуми.
А ты оказался... Вам нравится свет? Ну ее, ебать, Катюха, нахуй. Ебать, соска идет. Как у тебя дела, малыш? К моей киске у тебя доступа нет. Да, блядь, ух уж эти стримерши, блядь. Блядь! С этой пиздой ебаной! Я не могу так, ну вы давите на меня, я не буду думать, пошли все в жопу! Если вы хотите такой шоу, то давайте. Ваш меня. Легко и просто. Можно было вообще все захватить, все полностью. Нет, какую-то хуйню устраивают, войну какую-то решили между собой, я не знаю, но это такой бред. Есть задание, мы не можем от него отклоняться. И чё? Шах и мат, детка, до свидос. Мне скинули Аринян клип, скиньте еще раз. Блядь. Тём, ты тут? А Тёма нет. Бля, ебаный сыр. Там написано плюс Господи, секс. Господи, боже мой. В смысле, я тут... Уехал. Я тебя, блядь, найду и выебу. Я скидываю. Так. Я ой, блядь, у меня галочка есть. Сейчас скину. А кто у нас... Как дела, носатый уебок? А кто у нас профессионал писать тексты? Ром, ты у нас профессионал уже писать тексты. Первый раз сходил за кофе. Все, трагедия. Ужас. Спасибо. Спасибо. Меня слышно же, да? Да, сейчас. Да. Сейчас хорошо стрима. А у меня клипы есть. Спасибо. 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 Пожалуйста. Спасибо. 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 А когда вы уехали, мы развернулись. Знаете, куда развернулись? Жопой стали вот так вот, нахуй, стояли, блядь. Понимаете, когда вы уехали? Ну, пиздец был, блядь. Приветики, хайло, хуйло, хайло, хайло, хайло. Это гениально. Тут, в принципе, такого ничего особого нету. Здравствуйте, уважаемые. Смотрите-ка. За любое слово «возможное», которое даже не имел в виду, может обидеть и забанить пермаком. Отвечу похуй. Ладно. Давайте по очереди скажем. Давай свое мнение выскажем. Какого хера они запрещают что-то говорить людям? Угу. Я один сижу на щелине. Не верю в эту хуйню. Нам реально нужно будет что-то делать, ребята, сейчас. Как сломать-то его? Все, заворачивай, блядь, лавку. Ну, сука, блядь. Пизда, блядь. Господи, какие они тупые! Послушай меня, не перебивай, блядь! Слышите, завалите ебальники! Проникнуть там никто не сможет. Я не просто так сюда пришел, чат, ребят. Не спамьте хуйню. Что за меня? Кто мой чел вообще? Каждый из нас залетит к Ваде и поучаствует. Каждый из нас. И вместе мы сила, блядь. Надеюсь, в дальнейшем я смогу помочь. А где кормят, там я и есть, понимаешь, блядь? Стартуйте, кто ли лидер? Где кормят? ГГ не будет! Пора браться за это дерьмо! А этот парень прав, я с ним полностью согласен. Работаем, все нормально. Я, блядь, вот смотрю на тех людей, которые меня окружают, и я просто счастлив. Давайте, я успехов, буду... удачи, с героем слава, на. Пошла, блядь, сука, по пизде, по кочкам. Бля, ебать, это гений делает, просто я ебал, нахуй.